Там, наверное, тоже что-то тяжеленькое, поэтому одно тяжеленькое нужно положить, чтобы взять другое. Вот с подарками. Первые подарки. А чего вы стесняетесь? Группа «Садко счастливые поэтому люди». У нас Новый год круглый год. Хотели поле чудес. Я первоначально не могу поехать на юг. Потом, в последний момент, я поехала. Так? Конечно. Запомнил. Это любовь. Наша поклонность. Теперь. Что, из-за чего? Это я еле добралась. Ладно. В последний момент юг меня светил. Теперь. Я, как ты, с разницей в день лазила на гору на эту. Понимаешь, да? Это проекция. Другие-то не в курсе, куда он там лазит. Это понимаете, сейчас в Анапе-то заснут и скажут, где он там лазил, Анапе. Скажите всем. В Геленджике он ходил на гору, где крест вот это, да. Часовня Серафима Саровского. А я в Анапе. Я думала, не попадаю. Это потому, что как бабушка. Ладно, я-то пешком. Ты на фуникулёре, а я пешком. Да, теперь, ага, значит. Теперь третий повод у меня. Передайте подписчикам от меня. Девочки, я сдержала слово. Ваши и наши подписчики общие. Мы в чате общаемся. Я сдержала слово. Передаю привет от мальчиков. Все. Я сказала все. Всего хорошего. Я вас люблю. Спасибо вам большое. Да вы что? Да вы придем. Александр уже начал забирать подарки. Бьется? Лови. Александр, держи. Я вот делю все, что бьется. Спасибо. Это Лариса. А, это Славочка. Это наша художник по свету. Спасибо большое. Спасибо, пока артисты из них. Смотрите, как грозы необычные. Вы просто не делаете. Боги. Действительно, знаете, с таких монетов хочется взять по сути тележку, пройти по залу, чтобы все сразу собрать и дальше уже продолжать петь. Спасибо. Спасибо. Сейчас соберет. Я обратил внимание, здесь эликсиры сидели.